Еще один. Блин, мне выбили заряжающего. Давай, я их возьму, возьму, возьму. Этих раз. Ой, Сань. Ой! Все понятно. Это ловушка была. Это ловушка. Ящерам и любителям сочного геймплея привет, а тем, кто смотрит видео без подписки, соболезную. Сегодня мы решили порадовать вас вместе с Крюгой и Укусом отрядным геймплеем. Мы превратились в ящеров окаянных и начали душить советский сетап древнерусов на боевом рейтинге 5.7. 13 боев, 100% побед, ну и вот, собственно, нарезочка из самого интересного от моего лица. Ну, ребята, я думаю, тоже выйдут видосы на эту тему. Вам приятного просмотра и прожимайте, конечно же, лайк. Там едут русы. Охо-хо, читы-то какие. А, так ты... Первого руса съел. Ты зачем говоришь, что едут русы, если они уже в могилу приехали сразу же? Я там еще едут. Там дружина, понимаешь, Макс? Там не один. А, 33 богатыря. На это чуть вышло на озеро биться. Альтернативная история. Кокмандир. Вы на Байкал поехали, я понял, да? Хорош. Да, ну так. Мы же знаем, где кормятся русы. Воды байкальские. Байкал-то замерз. Не напиться им водиться. Силушка богатырская. Да, да, да. На мне босворк. Сейчас помогу, Сань. Разворот и иду. Захватываю Б. Он с этой стороны будет. Вижу, вижу, вот он, да-да-да, выезжает, выезжает. Попробую поддушнить его с пулемета. Давай, 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 давай. Хорош! Убил, убил! Просто в последнюю секунду, лучший. Да, на цел. Они отдали. Русы танкуют. Не танкуют. Да я только выстрелил. Там экранка. Отвечаю, объедками питаюсь. Экранка в говно. Просто. Укус. Я куда-то поехал на... Да там мне какой-то киберспортсмен вот отсюда простреливал, ну, как бы на мою позицию. С моста типа там почти. Не-не, он почти с точки С. Стоял там возле стены. Ну, это какой-то киберспортсмен, видимо, он не один раз так настреляет. О, мне надо посадить танкиста, а то что-то я смотрю. У меня минус 3 ганса, это, конечно, плохо. Вызываю позывного ящера. Еще одного руса так замаслил. Вот здесь. С С проблемы большие. А мы можем на них забить, на эти проблемы. С С выхода особо нет дальше. Ну, Б забрали бы тогда. Ну ладно, я покормлюсь дальше тут. Да пофиг на них. Мне пока здесь вкусно. Ой, мне плохо. Мне очень плохо. Рус танкует. Ёп! 17 Понятно. Секунд. Ну у них это, проклятых зенитчиков, ой, у них танкование прокачано развелось. Ага. Главное, о, машина. Они нашли меня. Ну там под мост спрячься, как тролль пещерный. Да блин, ну это скучно, у них уже команды нету. Вон там он что-то стоит. Так она не просто там заряжающая, она еще и... О, хорош, добил. Она еще танковала, то есть она, я ее не пробивал. Так что последний раз, когда я играл на АСУ-85, меня в борт убил 7.92 с тигра. Он просто пострелял мне в борт, и тем пулеметиком меня сдох. Убиваю русов. Причем там расстояние было метров 500, наверное. Вижу 26-го. Пофиг на пантеру. Ты убьешь, да? Я 26-го заштурмлю. Оп. Мне еще доехать до туда. Там авиация заходит, Сань. Авиация на тебя. По нулям? Ну, еще далеко. С их респа, прям вот теперь уже идет. Стреляет. А, да-да-да. И сейчас попробую прикрыть. Выведи его на меня, если... Не надо, ничего не надо никуда выводить. Я понял. Я его просто сглазил. Словом злым. Да, там 85-ка была, ее убили. Я говорю, они не едут особо туда. Они стоят в домах. Поэтому я решил сюда поехать. Да-да-да, они все здесь, как Саня сказал. Просто... Выстраиваются, видимо, в какой-то боевой порядок. В топливном баке рус стоит. Так а вот здесь как раз проезд есть через весь город. Вот. Да-да-да, я там поехал. Я просто избил, боюсь, что наши их додушат просто, и все. Я убил лжеруса. У него глаза были какие-то странные.
Лжерус на СТА-1. И правда, кожа другая, глаза другие. Вот они, русы, бортами танкующие. Так это казах. Казах. О! Я на авиации. А вот зиточка какая-то, я слышу, стреляет. Даем ну, вроде, что-нибудь. Вроде как ее не убили. Опять убил странного руса, ребят. Чё-то тебе везет на казах. Везет, но не везет на то, чтобы выжить. Приехала какая-то самоходка странная одновременно с казахом. И пробивает. Остатки до душни. Зенитка по мне, да, естественно, кому же еще. Я сейчас куда-то в ту сторону скину свои 2000 фунтов, а там посмотрим. Зенитку убил. Ой, Сань, еще, аккуратно, еще. Вот. Еще рванет там, тебя. Там еще дабл, Саня, есть. Там еще одна там. Зенитка. Сань, пока справа, пока вот, не до дабла. Да, я видел, я зенитку убивал. Там проблема в чем, что еще есть эта зенитка. Не вижу. Вот эту, которую ты убил. А, вот. Нашел. А, нет, это с респа вообще все прет, что есть. Пытаюсь дабл оформить. Они далеко, блин. Там трипл. Вот один в кустах и двое поехали. Не успеешь, наверное. Дабл. Ладно. Ну, двумя бомбами пришлось. Да, ну там они прям жестко бились, потому что у них там лютый баф был. И они это... О, я подсосал прям последнюю секунду. Как крыса. Фу, крыса. Крыса-ящер. Как крыса-ящерна. О, что? Это кто вообще у них там летел такой? С дымами я. Не, на тебя. Ишачок. Да, ишачок. А я думаю, по кому ты стрелять начал? АСУ-85 стоит вот здесь. Вот ровно на этой позиции. О! Самолет поджег. Скорее всего, Саня, он умрет. Все-таки второй раз, второй поджог уже не переживет. Я второй заход не переживу уж точно, если на меня еще зайдет какой-то гад. Ну там справа у меня кто-то штурмит. Стрелок-расист погиб. Это тебе. Ужас. На мехводе, 3-4. Еще один на тебя заходит, Сань. Я уже ничего не сделаю. Бомбят. Живой. На двух членах, но живой. У меня тут осушка. Я не могу немножко с ней ничего сделать. Вот это. А, ну я тебя бабахну, скорее всего, за это. Нет. Не могу. Все. Ну... Погиб. Я не вижу осушку. Осушка она вот прямо с ним. Здесь. А, тут две просто... зенитки. Здесь миллион зениток. А что у нас они захвачены? Там два олуха стоят и... Зенитка минус. Вот здесь, Саня, если что, увидишь. Вот сейчас он будет выходить. На тебя что сверху зенитка. Попробуй бархана посмотреть. А что там конкретно? Наверху АСУ, что-то. АСУ-57. Ой, 85. Блядь, я... капец, как неудобно здесь. Просто не развернуться на этом тигре, ничего. Это бульдог обоссанный, блядь, стоял сзади, ничего не мог сделать. Просто залез на гору и стоит. Я не знаю, где твоя. Ага, вижу осушку, убил. Вот она. Но она сейчас вылезла, да. Она там прям стояла так. Да, она капец там неудачно. Стоит. Неудачно. Ну, Б снимаем. Да, Б нормально. Я чуть дальше еду. Есть здесь кто-то. Вот тут вот у тебя прям. Да, 3-4. Нету. Еще один. Блин, меня выбили, заряжаю еще. Давай, я их возьму. Этих раз. Ой, Сань. Ой! Все понятно. Это ловушка была. Это ловушка. Да, нам бы пригодилась крепкая броня. Изготовленная по технологии ящерской. Закаленная в ямах грязевых. Я поджег одного тут, руса. Думаю, он не потушится. Все плохо. Да, все плохо. У них еще один есть. Заходит на нас.
Второго тоже поджег. Поджег второго, или ты, или я, не знаю кто. Я, у меня идет крит. Хорошо. Пойдем в атаку. Прикроемся броней. Командир убил целого, вот это дэмдж. Вот здесь вот кто-то был, вот тут вот, прямо еще под танком. Вот-вот. У меня слева кого-то слышу. Слева и справа. Тушка? Да-да-да. Нет урона. Ой-ой-ой. Членострел. Смотри, что сделал. И меня, и остальных. Терпим. О. У них. О. У нас. О! Пришла подмога наша. Лучший. Это подмога. Это подмога. Грязевой бульк сейчас произойдет. И накроет порчей землю русскую. Не помогла царица зима. Душнилова именно на картах русских происходит. Да. Первый раз мы потели. Хотя нет, там Польша была. А тут, что-то тут здесь полноценный шумит, но... Волоколамск. Я не понимаю, что оно к точке ехает. Мы но должны там биться. Вот, да, что-то было. Вот тут. О, мы ваншотнули друг друга. Блин. А, кстати, хорош. Если ты переключаешься на стрелки, то ты не можешь бомбу сбросить. Почему-то. Я вот сейчас летел, сел на стрелка. Клацаю пробел, а бомба не бросается. Пока я там не переключился надо. Обратно, она не сбросилась. Много человек, чтобы ее выкатить, видимо, надо. Слева едет рус на экраночке. Не едет. Уже свое вот отъездил. Стоит. Не могу на него углы найти. Танкует, гад. Есть, все, убил. Все, не танкует больше. Вот. Еще есть вот тут вот за горой. Тоже 85-ка или Исян первый, не знаю. А, это Исян второй. Вот это 36-го убил. Резня. О, розовый тигр в бою. Это я. Вот там еще один. Ящер, который вот кожу сбросил. Вот еще едет. Мехвод. Но он укатился. Блин, не успел. Чел резнулся прямо. И убил меня в борт. Стол на респауне трое. Вот этому. Появилась челленджер на респауне. Три четверка. Душу. Орденами танкуют. Три четверка убил. У меня здесь три четверка. Да как ты танкуешь? Сволота ты бешеная. Вот здесь. Я боюсь на него не выезжать, умер, у него РПУ. Да он не пробивается. Сутулая псина. Да блин, ты просто называешь, и он умирает у меня на глазах. Меня контролит еще с респауна. Угу. Авиация летит душнить противника. Б они забирают, сейчас могут сзади прийти к нам. Да. Ну я тогда на Б поеду. Да хотя вряд ли там закроют сейчас. Так ты гад! Я же говорил, да. И представляешь, именно за мной прилетел. Здесь весь замес на А был. Мои браунинги не пережил. Закончился. Так вы всех перебили, потому что. А я вообще одного только убил. Стоял, ждал. Ты сами всех перебил. И я также, тоже одна. Вот мы с тобой вдвоем, так сказать, это. У них P8, что ли, летит? Постояли. Что это? Это ИЛ. Ну, личинка P8 в какой-то степени. У них где-то, можно сказать, три чувака прям с нулями. Хотя у них очень много нулей. А почему ИЛ так разворачивается? Он хорошо маневрирует, пока энергии есть, полвитка. А потом все, вешай его просто. У них вот тут зенитка. Сейчас буду бомбить. Мехвод водитель. Скинул бомбу на них. Идиот, Илан, да. За тобой. Сейчас я его встречу, Александр, хорошо. Да, заманили вы его в западню ящерскую. Сейчас, я буду.
Он штурмиц пошел. Да я его с пушки сбил. Хорош. Я же говорю. Заманил в западню. Это выстрел. О, осушка. На респе у них? Да, да, да. Понятно. Пока вы питаетесь вкусно, мы вынуждены развлекать себя сами. Вот так вот. Все это... Вот он. Ящерский мир пластмассовый победил. Капиталистическое общество. Да. Сейчас уедет. На, не уехал. У них авиация, что ли, должна быть? Где же враги-то все? Криты дал. Ой, у меня сзади этот еще и лан пришел. Кранты мне. А, это як один пришел. Як. И лана, значит, я стрелял. Як горит. Лечу за... Да и фиг с ним, я буду дома вовремя. У меня есть еще две поездки. Ой, лада ели. Все погибли. Александр. Точку кто-то берет. Как вот можно забрать точку, когда перед ней стоят двое танков? Сейчас я ее прибомблю, посмотрим. Только самое главное нам это опять друг другу, так сказать, это... Не оформить. Да, Максим опасен в этом плане. Так а я ж широкий, Виталий, мне надо много места. Кто хорошо кушает, тот хорошо какает. Откуда у меня, думаешь, 2000-фунтовая бомба? Я догадывался. Из зенитки. Так, на базе бахнул, поясину сбросил на мельницах, но не убрал. Там зенитка еще есть какая-то. Да, вот здесь. Угу. Ну, у нас есть сейчас преимущество пробитие. В авиации. О, нашел ты ее. Да, он в кустах где-то сидел, вот он вылез и получил. Он, получается, вот в этих кустах сидел. Тут вот. Засадная нет, тактика древних русов. С респауна едет 34-ка из... Сейчас у меня как раз для них... Иду на 34-ку. Есть бимбы. Которая к точке. Минус 3-4. Магди Фрнст. Не русское имя какое-то. Тоха, кажется, вон просто из, вот из... Чисто из, по клавиатуре. Смотри. Настучал. Ага. На мозг головой. А это, кстати, тот из, походу, который сидел там под мостом. Мы с Крюгой его видели. Он заехал и да, спарился. Да, там. Он проехал чуть дальше в центр города и где-то там, видимо, затихарился. Да вот, да, я и боюсь то, что у меня прямо здесь авиация, ну. Он на зенитку выводит, походу. Не смог? Он на тебя? Он на мне. Он минус. Нормас, все, еще один, самолет и зенитка на тебя. Зенитка я на самолет на пошел. А я все. Гриша говномет меня убил. Блин, Ники, конечно, сегодня вообще топовая. Идеальная. Гриша говномет застрелил пожилую устрицу. Ну, реально древние русы. Нет, отличка. А вот и точку нам сбивают. Да ну вот. Ладно, кто? Причем там наша пантера стоит около этого. И сам приехал, походу. Да. Это Сись. Второй Сисян, да. Оранжевая гусеница. Вот все весело-весело. Молись, а теперь мы не успеем доехать до точки. Ага. Если он возьмет и выиграет всех. Что-то непонятно там. Да, убрали его. Артой! Артой забрала. Вот это везение. Вот это ящерское везение. Я понаблюдаю тут в кустах. Ну, он видно, там трассеры, откуда летят они все. Самолет як. Криты. Он за тобой? Или как? Ну, вот тут, да. Да он летает вот. Я просто за деревом его не видел. Минус теперь самолет. Видел. Еще на 3-4. Давай я быкану. Минус. Одна 3-4 спускается к Б. Прям подо мной сейчас. Зенит креслался. Даже а, не он как Б раз. Сбивает. А, да, все хочешь. Уже. Ничего не будет. Да. Они уже опять просто... Просрали полимеры. Опа, но в этот раз повезло.
только из-за того, что они Хорош. Це вообще не трогали. Ну я сам затупил, что-то отвлекся. Виноват. Обосрался. Карта маленькая. С непривычки после Польши на этой полей, на которой ехать. Она еще и подрезана немного. Опять, Саня, смотри, кого ты убил. Слабый немец на 34-ке. Какого черта? Подозрительно. Вообще. Передо мной стоит. Я люблю эту игру. Нормально. Снова меня включили спас... непробитие. Ну, он стрельнул плохо, он стрельнул брызговичок. Вау! Вот это позицион. Я на точку это забрался, но тут как бы катаются негодяи. На внешке у точки никого нет. Снаряды пропадают. Смотри, по внутри древним у меня русам. Двое. На меня даже не реагирует. Курон не получает. Ну, в общем, во всех случаях он на меня не реагирует. А, душит самолет. Пиздец, все, у меня уже лётка. И КВ-ха добила просто. Да, очень быстро лётка. Угу. Не пострелять вообще. Я еще и КВ-шку, кстати, не пробил. Все нормально. Я здесь держу их справа пока что. Ящерские дымы спасают. Ну, они вот здесь вот стоят, на горе. Точку сбиваем. Угу. И они, главное, летают-то все без бомб. Да-да. Ну, зачастую. Просто... Ну, просто вот берет меня. Сдох, на что накопил, то и взял. Не, ну на самом деле истребители, они достаточно выгодные. Штурмовка вылетает, помощи фармишь. На истребителях серебро неплохо можно заработать. Ну да, тем более если вражеского летака бахнуть, да, а да, двух, да. Если... это очень даже профитно. Или тут всякие шоколадки катаются на ВФВ. Их можно съесть. Тем более. Ну, это блин, это турбослив какой-то, капец. Да, да, не все. Рассыпалась команда. Оборона рассыпалась. Ну русы как вкатились, смекалку так и сразу не применили. В могилу. И все. Акация. Самый прикол, что сейчас один танкист останется, и мы будем ждать его очень и очень долго. Акация говно. Вот тигра брать, блин. Ехать. Да я думал, сейчас они поедут внешку обычно. Я их там постреляю. А они поехали все просто по центру, да. А я опять бакс словил, только, о котором я рассказывал. На куст наезжаю, подбрасывать прицел. А меня душит шерман здесь немного. 8 секунд ремонта. Он где-то здесь. А, он мертв, понятно. Вот а чем ему урон не проходит? Или он мертв уже? А. Да, обидно. Меня сейчас убьют. Я сушку не пробил. А я сушку сейчас шатаю, наверное. Нет? Нет. Она не пробивается, прикинь. Не без ваншота. И вот еще стоит 3-4. Там 30. Ну я умру от них, естественно. 3-4. Она еще и в инвуле. В атаку. А, не, она меня не пробила. Боевые клич ящеров. За ящеров. За ящеров чисто. Сейчас ворвусь и порвусь. Я просто их перетанковал всех. Тактическая переигровка. О, ящерка появилась. Толкай, давай. Толкай ее. Да, расслабились они, все. Ну, Сань, ядерка. У тебя, знаешь, это такой вальс был с ней. Как школьный вальс. Ядерка? Не, не могу. Ну, я в смысле, что теоретически. О, появилась, смотри. Нет. Еще одна сушка. А я на ремонте стоял, а что-то отвлекся.
Давай, Макс, мы должны отомстить. Да я думаю, я не успею, тут все мстят. Мстим за ящера. О, я еще, блин, на ремонт стал, как же. Прикинь, он остановился в момент моего выстрела, и все. Ну, сюда, к озеру можно поехать. Я слева. Попробовать. Я вообще не помню, куда тут ехать. Слева, ну, ладно, слева, куда-то. Можно слева. А, проезжаешь, высота, занимаешь вот это место, выигрываешь в низинку на горку и простреливаешь лес. Ага, все послушали такие, ну, удачи. И направо. Да-да-да. Не, я хочу здесь посмотреть. Я вообще просто не помню, да, что, куда. Обычно я вот тут вот в низине сидел, ну, где-то вот здесь вот. Туда сложно. И простреливал подъезд к точке А. Туда, по идее, сложно сейчас так доехать спокойно. Да, вон они тут прут, снег, целая толпа. Снег же апнули, проходимость по нему, и теперь... Но внимания не обратили на меня они. Вон гаврики. Ну, пока. Попадание. А, ну да, домики, домики не простреливаются. Ага. Капец, их там на горе сидит. Проехал, проверяю. Они просто всей толпой туда приехали, а, да? А, там очень все. Много, да. Там прям, прям много. Блин, не, еще хочу ВХ взять. А вот здесь вот просто тьма. Я когда сел, ну, по киллкамере на КВшку, там столько звуков было. Вот это геймплей. Где точка? Где они? Вообще насрать. Потому что село слишком перенагружено объектами. Ну да, в селе вообще невозможно. Ни хрена не видно, да, в этих, да, досках. Да, его надо чуть-чуть разгрузить, и тогда оно будет играбельно. Так, ну мы вроде проезжаем с 14-кой. Ну смотри, я добрался до этой позиции, но тут пока не особо что видно. Сейчас будет видно, наверное. Вот здесь вот один. Вот здесь вот один был. Mm-hmm. Вот здесь вот один. Во, вижу, был. Вижу. Ну, ты его уже убрал. Один в низину упал. Вот это они читошка. В низине от меня скрыты, да. Чё, опять все, команды половинчатые, у них полкоманды нет, вон проезжает, да, там, да, ПТ-шка, да, какая-то. На холм. Так, по тебе стрелял вот отсюда, откуда-то танк. Фига тут Т-14, все видит. Везет человеку. На как мандире ПТ-ха. Вообще прикол. Если можете, ПТ-ху с горы заберите. Я пытаюсь, но у меня радиатор по ней прошел. Вот, все, молодец. Еще и сухо. Или просто сухо. Не, все, это поджато, это мертво все. Да, давай, все. Ну, какая-то такая быстрая карта. Три-четверка. С турбо смерти. Все. Они включили режим турбослива. Вот здесь вот кто-то сидит. Еще едет черепашка, да. Прям так настреливает по мне. Еще один у меня объезжает на зенитке. БТРЗД. Двое тут. Там сушка стоит и ЗДшка вот справа, где я стоял. Там зенитка какая-то. Авиация у них, да? Применяю фугас. Фугас не регается. Что за херня? Вот. Читоха. А, еще что-то нарез. Минус. А, сушка, сушка, сушка. Все, убил. Зенитка появилась. Но она в инвуле. И это в инвуле все. А, они все в инвуле. Или все мертвы. Бля, бойня, капец. Так, а все. Они на респе умирают. Ну, у них еще есть народ, полкоманды. Ну, в респе все. Больше никого нигде. Авиация только вот сейчас меня съест.
Не, можно здесь, только надо шире ехать. Но не все на этот холм встали, и все. На мне негодяя. Надо было... Я проезжал, я поехал ближе, и мне как напихали только там этих камерников. КВ-2. КД. КВ-ха разряжена, вторая. Ну что ты упоролся за мной? Ну тебе заняться нечем на своем корсаре. КВ-ха минус. Синитка. На мне. Стреножит меня сейчас. Я пока еду. Танкую, извини. Не отстаёт, самолёт. Прям... Да. Минус Зеня. Очень странные игроки здесь. В совместных боях просто упарываются до филда. Ну, русы себя просто загнали сами. Ну и самолеты, да. Где этот дурачок? Они берут такие странные респы, типа и шаг там какой-то. Я. Ну, не знаю. Тебе, возможно, появится. Чем могут? Чем богаты, тем и рады. Причем самое смешное, что когда он бросает, он забывает про тебя как вообще, ну, как боевую единицу. Такое чувство, как будто ты для него просто перестаешь существовать. Ты можешь его просто прилетать, брать в руки, гладить. Все, догонишь. Чего я этого срезал? Чё за бред вообще? Это Су-6 был. Как катком.